официальный представитель МВД России Елена Алексеева. Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из МВД по Республике Бурятия в ходе сопровождения уголовного дела, возбужденного по факту кражи камня самоцветного сырья, принадлежащего одной из крупных нефритодобывающих компаний, установлено местонахождение похищенного камня. При обыске в частном домовладении сельского поселения Нижнеивангенское Республики Бурятия обнаружено и изъято более 40 тонн разносортного нефрита сырца. Хозяин-участник, 50-летний мужчина, документов, подтверждающих легальное происхождение материалов, не смог предоставить. В настоящее время устанавливается его причастность к хищению полудрагоценного камня. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.